Всех приветствую на прохождении Resident Evil 7. Сегодня я хотел бы пройти дополнение Not a Hero за Криса Редфилда. Посмотрим продолжение истории. Крис Редфилд – прославный член АПБП, который участвовал во многих операциях, и сейчас мы за него будем играть. Готово? Можно начинать? Ничего не поделаешь. У нас есть дела. Нет, Итан Уинтерс в безопасности. Жив и относительно здоров. А Лукас Бейкер? В данный момент он наша единственная зацепка. Следующий в моем списке. Так, я в шахте. Сигнал сильный, слышу тебя хорошо, Крис. Первый отряд кое-что успел сообщить, но вскоре мы потеряли связь. Судя по всему, Лукас превратил шахту в свое личное убежище. Сколько человек мы потеряли? 3 лучших. Последний раз они выходили на связь возле лаборатории неподалеку. Нужно ее проверить. Есть. Ну что же. Теперь мы играем за Криса. Отличное дополнение к основной серии. Нам нужно найти Лукаса. Так, и здесь уже... Эти ребята тут нас ждут. Живой? Так, а что у нас по оружию? Только пистолет? Так, есть еще автомат. Есть гранаты. Так, вот он. Так, чувак, отвали. В этой локации, собственно, мы уже были, когда играли за Итана. О, привет. Да, собственно, здесь мы уже были. Но плесневички еще появились тут. Непонятно откуда повылезали. Лаборатория уже близко. Есть идея, чем там занимается Лукас? Мы пока анализируем данные. Но похоже, он экспериментировал с мутамицетом типа Е. Будем надеяться, наши люди не стали подопытными. Так, да, вот эту локацию я помню. Сейчас там будет дверь. Где и находится один из кабинетов Лукаса, как я понимаю. Там была информация про Эвелину. Кто она на самом деле такая. Что на самом деле-то она являлась биооружием. Так, ноутбук. Здорово. Живой? Я тебя вытащу. Оставь меня. Слишком поздно. Мы оба отсюда выберемся. У меня для тебя новость. Что?
Ничего не выйдет. У-у-у, на твоем месте я бы воздержался. Можешь, конечно, попытаться ее снять, но я бы не советовал. Моя рука лишь дрогнет и... Лукас, стой! Ой. Предлагаю так, Крис. Ты даешь мне уйти, а я не сношу твою башку с плеч. О, то же касается и твоих дружков-солдафонов. Адьос. Мучачас. Блять. Да, лучше не скажешь. Это мутамицет типа Е. Мозг автоматически переключится на автономный режим, поглядывая на индикатор запаса кислорода в баллоне. Так, отсюда бы желательно выбраться побыстрее. Ни черта ж не видно. Твой резервуар с кислородом наполовину пуст. Не забывай про кислород. Да, что делать-то? Не добежал. Что-то я тут немножко это запутался. Куда бежать-то нужно было? Я тебя вытащу. Оставь меня. Слишком поздно. Мы оба отсюда выберемся. У меня для тебя новость. Что? Ничего не выйдет. У-у-у, на твоем месте я бы воздержался. Можешь, конечно, попытаться ее снять. Но я бы не советовал. Моя рука лишь дрогнет и... Лукас, стой! Ой. Предлагаю так, Крис. Ты даешь мне уйти, а я не сношу твою башку с плеч. О, то же касается и твоих дружков-солдафонов. Адьос. Мучачас. Блять. Я засекла споры в воздухе. Это мутамицет типа Е. Мозг автоматически переключится на автономный режим. Похоже, ты ничем не заражен. Тебе нужно вернуться и обезвредить бомбу на своей руке. Некогда. Не хочу давать этому мудаку преимущество. Принято. Тогда береги себя. Так, придется снова сюда зайти, наверное. Или здесь нету никакого выхода? Твой резервуар с кислородом наполовину пуст. Ясно. Так, где-то тут леснички засели. Я их уже слышу. Вот один из них. Твой резервуар с кислородом наполовину пуст. Крис, мы проанализировали перехваченные данные Лукаса. Как мы и думали, этот сукин сын отправлял соединением донесения о состоянии Иви. Найди его и арестуй. Это не должно повториться. Точно не хочешь его завербовать? Крис, это пройденный этап. Может, Беса ей и удалось в этом убедить. Иначе меня бы здесь не было. Но мне непривычно сотрудничать с корпорацией Umbrella. Знаю, это непросто. И откровенно говоря, многие из наших работали здесь еще до нашего преобразования. От старой корпорации осталось лишь название. Давай сосредоточимся на задании и, может быть, продолжим разговор, когда вернешься. Ладно? Как скажешь. Угу, патроны. Нужно смотреться.
Здесь Лукас, возможно, тоже всякие бомбочки нам подкидывает, которые мы можем не заметить. Так, клоун. Несколько дверей, куда же идти? Видимо, что-то нужно будет собрать. И здесь дверь. Но, похоже, подсказочек не будет, с чего начать. Ага, здесь тоже монетки можно использовать. Так, брифинг, документы по операции. Операция «Крадущийся ужас». Основное задание – доставить Лукаса Бейкера. Тип угрозы – плесневики, вариант «Альфа». Ловушки – смертельные и другие. В связи с нехваткой информации и другими факторами неизвестности в качестве специалиста по оружию на данном задании выступит Крис Редфилд. Разведка подтвердила, что Лукас Бейкер окопался в шахте рядом с поместьем Бейкеров. Досье. Лукас Бейкер, возможно, участник преступной организации соединения. Роль неизвестна. Располагает ценная информация об организации. Преступная организация, это про соединение, производит биологическое оружие для черного рынка. Нет данных о размерах, доли на рынке и составе. Основные подозреваемые по делу в производстве и распространении биооружия серии Е. В поместье Бейкеров находится Эвелина серии Е. Лукас Бейкер отслеживает ее активность и отправляет по ней отчеты. Так, и это. Для многих из вас это задание — первый опыт работы с Амбреллой. Мы хотели бы кое-что прояснить. Да, некоторые из наших сотрудников вышли из печально известной корпорации. Цель новой Амбреллы — искупить ужасы, творимые от имени компании ранее. Именно поэтому мы восстановили корпорацию в 2007 году. Мы будем выслеживать не только разработчиков, продавцов биоружия, но и их спонсоров. Мы изрядно наследили и намерены убрать за собой. Мы делаем это под именем Амбрелла, потому что берем на себя ответственность за прошлые грехи. Теперь эту ответственность разделили и вы. Помните об этом на заданиях. Нужен ключ. Так, ну ладно, начну с этой двери. Ничего не знаю, что там ждет. Черт. Здесь не пройти, что ли? Ни черта же не видно. Что тут вообще такое? Похоже, мне явно туда не нужно было сначала заходить. Так, а с чего-то начать? Пойду сюда. Редфилд. Не волнуйся.
Я найду ключ и освобожу тебя. Еще один пленник Лукаса. По-любому опять нацепил туда свои игрушки. Ключ. Так, плесневичок. Подходи по одному. Ух, вас тут много. Ребята, я не ожидал. Придется вот так вот поиграться. Так, чувачок. Иди-ка погуляй туда. О, еще один, да вы чё? А чё так много-то? Ёлки-палки. Тут там целая толпа. Там еще идут и идут. Какие-то бесконечные толпы у вас, ребята. Еще там? Да ты че? Откуда вы все лезете? Так, здесь нужен ключ. Так, рукоятка. Так, а это что? Граната. Ага, ключ. И кто это тут играется? Так, я не пойму, он не хочет крутить больше? А, вы еще не собрали все необходимое? Ясно, вы хотите, чтобы я туда сходил, да? Ладно. Так, деталь. Шестерня. Сюда ее? Должно сработать. У-у-у, толстяк вылез. Здоровый пельмень. Лови.
Скажи-ка мне, что это? Понятия не имею. Это что-то новенькое. Будь предельно осторожен. Это даже не просто толстяк, а какой-то прокачанный. Его что, так не завалить? По-обычному. Братан, отвали от меня. Черт. О, черт. Лови. Крис, эти белые монстры весьма живучи. Обычные патроны против них бесполезны. Предложение есть? Понадобятся антирегенерационные пули, чтобы прервать регенерацию. Придется отступить. Куда отступить? Нельзя использовать здесь? Да вы чё? Are you fucking kidding me? Значит, обратно надо идти. Так, вот от этой, значит, дверь. Угу. Так, ну здесь какой-то подвох. Ну, Лукас тут опять что-то намудрил. Спокойно, все нормально. К сожалению, так и задумано. Я приманка, и ты попался. Что? Черт. Черт! Забирай мой фильтр. Скорее. Но ты же умрешь. Я все равно не жилец. Амбра, Крис. Сам полюбуйся. О, черт. Нет. Какая жесть. Лукас просто больное ублюдок. Прости. Лукас. Так, отсюда я могу выбраться? Ага, теперь я могу, наверное, зайти туда, в ту комнату. С нетерпением жду встречи с этой мразью. Не забудь, он нужен нам живым, Крис. Да, да. Проверим это местечко. О, похоже, я сюда не зайду. Или что? Поддается? Так, здесь две двери. Ага, там газ. Или споры. Так, здесь нужен ключ. В принципе, туда я могу уже пойти.
Закрыто. Так, где плесневички вы засели? Вылазите. Ага, один уже там. Так. Похоже, я рановато сюда пришел. Потому что я ничего им не могу сделать. Особого оружия у меня пока нет, так что придется свалить. Ха, получается в ту дверь, что ли, где темнотища? Так, или вот этой штукой я могу что-то делать? Нет, это просто глушающие гранаты. Видимо, у меня пока нет этого оружия. Или патронов. Тут темнотища, ни черта не видно. О. И смысл в такой темени ходить? Никаких аптечек. Так, что это у нас? Инъектор, лекарство. Получается, здесь нужно как-то выживать, что ли? Только гранатами я их смогу, наверное, отвлечь как-то. Больше у меня идей нету. Так, где он? Так, заперто. Так, граната. А что-нибудь более полезное? Черт, там ничего не видно. Темнота. О, черт. Куда я залез-то? Прибор ночного видения. Ну уже что-то. Так, антирегенерация. А, вот они как раз те самые пули. Антирегенерационные пули должны быть эффективны против белых монстров. Хорошо. А, пули мицетоксичного быстрого действия, предназначенные для уничтожения биологического оружия на основании грибов. При поражении пули выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потерянных тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Ясно. Так, что здесь написано?
Прибор ночного видения. Прибор доставляет, добавляет функцию ночного видения оптическому шлему Umbrella. Интенсификация изображения обеспечивает лучшую видимость при слабом освещении. Кроме того, прибор детектирует невидимое излучение, например, инфракрасное. Ясно. Так, что у нас с пулями получается? Три пули, да? Для пистолета. Так. В принципе, по большому счету, мне сюда нужно ли возвращаться? Может быть, я как-то пробегу без особого ущерба. Черт. Да вы шутите. Неужто они сейчас на меня топами побегут? Ух. Пушка. Так, здесь какой-то спуск. Здесь что-то нужно угадать. Ага, вверх-вниз, вверх. Все. Что за мелочь? Эй, ребята. Мелочь пузатая. Их бы ножом почеркать. Валите. Еще один. А где один, там и два. Прям хэд-крабы какие-то. Как салфы. Черт, тут походу вообще бесполезно с ними биться. Отлично, еще прут. Нормально, они меня так хп сняли. И ты тут, а? Так, нужно какие-то зажигательные гранаты. Черт, а этому-то пофиг, чуваку.
Хоу. И как ее обезвредить? Интересно. А, просто присесть? Ладно. Ух, отвалите. Так, а этих я могу так вынести? Пушки. Ха. Чёрт! Да откуда вы лезете? Да, не густо у меня с патронами. Мягко прям скажем. Они все лезут и лезут, а? И там пушка. Ты здесь, а? Черт. Черт возьми. Ребята, подходите. Один патрон. Там еще один вылез. Вообще отлично. Ух. Ну норм вообще. Ох, ребята, дайте мне уже отсюда выйти, а. Надеюсь, это все-таки выход уже. Черт. Веселый забег. Так, ну и можно уже, получается, в эту комнату, где темнота. Я уж тут пару бомб обезвредил собственным телом. Патрончики. Пистолетные. Так. Монета. 31. О, ну это уже что-то. Так, вот на эти панели нельзя наступать. Угу.
Замок. Сколько же тут ловушек? Лукас, конечно, тот еще мастер. Его бы, как говорится, навыки да в благое дело. Заперто. Уф. Кто там? Мне так всадил. Толстяк просто взорвался, что ли? Так, здесь, похоже, загадочка, да, с этими вагонетками? Я уже понимаю. Так, и что вы от меня хотите? Нужно выбить. Угу. Это мешает. О! А там сейчас кто-нибудь опять придет. Да? Кто там? А, это толстяк взорвался. Я все время забываю, что они взрываются. Текс. Это вали сюда. Туда. Только вопрос, а что это дало? Вообще ничего. А, дверь. Опять клоуна. Вот, собственно, где Лукас все эти заготовочки свои держал. Ключ с изображением клоуна. Ну и где ты? Ага. Так, сзади меня, что ли, кто-то там появился еще? Отвали. Привет. А ему пофиг. А меня... Так, а его-то и нечем остановить.
У меня этих патрончиков-то нету. Так. Просто придется убежать. Вы издеваетесь. Да, тут он все основательно так подготовил. Эй, ты в порядке? Где он? Держись. Офигеть. Я иду. Да тут к нему не подберешься просто так. Если я что-то задену, тут, наверное, вообще все взлетит на воздух. Ну, Лукас, ну выдумщик. Маркес? Что за... Пора помирать, Крис! Блять! Черт! Так. Блин, а что тут нужно было делать? Опять заново? Эй, ты в порядке? Держись, я иду. Так. Что тут нужно сделать до этого, как я к нему подойду? Ясно. Опять ты, Лукас, меня подловил, да? Эй, ты живой? Да, это ты. Спасибо. Я уж было решил, что нас тут бросили. Думаю, мы сможем выйти здесь. Этот Лукас... Просто ебанутый. Даже не знаю, кто хуже, он или эти твари. Валим отсюда. Здесь мы сможем подняться. О, сука! Нет! Не может быть! Ёбаный в рот, блядь! Сними с меня это! Нет! Твою же ж.
тебе, Кристофер. А мне чертовски надоели эти игры. Три человека, Лукас. Из-за тебя погибли трое моих солдат. Все закончится здесь и сейчас. Я так не думаю. Через минуту мертвых солдат будет четверо. Сперва ты не успеешь, а потом подохнешь. Десять минут. У нас тут проблема. Мы в курсе, Крис. Вернись в центральную пещеру и жди дальнейших инструкций. Не подведи меня. Так, это какой? Обычный? Блин, да что ж такое-то? У меня не хватит на вас патронов. Крис, хорошие новости. На видеозаписях первого отряда, сделанных неподалеку, видны емкости с жидким азотом. Попробуй обезвредить бомбу, заморозив ее. Где они находятся? В складской зоне на рабочем участке. Иди через красные ворота. Отвали. Четыре патрона. Ты здесь, да? Ты так сдохнешь? Или нужно добивать? Черт, а. Черт. Один патрон. Дела совсем фиговые. Так, здесь проход закрыт. Везде закрыт. Куда же идти-то? Да вы издеваетесь. А, открыто? Блин. Да чтоб тебя. Сдохни. Тот, кто меня поджидает. Так, пули есть. Жидкий азот прямо за этим помещением.
Да, спасибо. Как мило. Так, у меня бомба есть. Лови. А ему вообще наплевать, да? Да сдохни ты уже. Еще эти мелкие ублюдки влезли. Чем я в него должен стрелять? Вы издеваетесь, с таким количеством патронов я должен с ним воевать? Так, граната. Так, тогда сначала выстрелю. Отвали. Сдохнет уже. Когда же он сдохнет, у меня патронов нету. Что за дерьмовейшее место, а? Так, что тут у нас? Да хана мне точно. Что тут еще сделаешь? Вали. Один патрон. Комедия. С ножом на него пойду. А чё я? У меня же автомат тут. Погоди-ка. Я про него совсем забыл, что ли? У меня же тут автомат. Чё я туплю? Давай.
Сдох. Цель уничтожена, Крис. Теперь найди Азот. Можешь не напоминать. Блин. Цель уничтожена. Надо подготовить пушку тогда. Да давай ты уже. Жидкий азот прямо за этим помещением. Так, пистолет тоже нужно кинуть сюда. Где он, где он? Давай сюда. Так, а теперь можно покидаться в него. Валите. Получай. Вали. Это ж ты сдохнешь, а? Так, 8 патронов. Не напоминать. Да, ни патронов, ни аптечек. Интересно, получится? Ну, была не была. Получилось. Сними бомбу, пока не оттаяла и не перезапустилась.
Твою мать! Ну, отлично. Ты в порядке, Крис? Да, в порядке. В порядке. Ну что, Лукас? Остались ты да я. Ты да я, да вонь моя. Крис, за проходческим щитом есть помещение. Лукас? Возможно. Попробуй туда пробраться. Есть. Так, а мне куда? Так, а нужно ли мне сюда вообще? А, ну это да, выход в центральный зал. Так, и что? А, вон оно как. Ясно. Ну, похоже, да, все дело уже движется к финалу. Нам тут кидают некоторые полезные вещицы. Слышу этого. Отвалите. Ой. Толстяк, блин. А этого просто так не ушатать. Это особый тип. Ну? Может, ты способный? Может, просто везунчик? Что скажешь, если мы это проверим? Черт. Полите. Четыре патрона, да вы чё? Да вы издеваетесь. И что я могу сделать?
Черт. Один патрон. Смешно. И ты тут. Да блин. Стреляй, что ли, а? Надеюсь, это все. Ты тормозишь, Кристофер. Я тебя почти сцапал. Как думаешь, сколько еще ты выдержишь? Да пошел ты, Лукас. Да ты че, блин? У меня больше нет оружия. Симпатии не питаю, сучка. Знаю, знаю. Я совершил ужасные вещи. Страшные вещи. Убил твоих людей. Зверски их пытал. И я наслаждался каждым мигом, солдатик. И буду наслаждаться, глядя, как ты горишь. Начинаю обратный отсчет. Ого, и слышу. Кажись, у тебя время на исходе. Тик-так, Кристофер. Так. Если хочешь убить меня, то убей. Но ради бога, закрой ебало. Я бы рад поглядеть, как ты горишь. Но, увы, у меня другие дела. Ну давай же. Это невероятно было, конечно. Жестко. Крис, ты в порядке? Да, в порядке. Мы только что перехватили сообщение от Лукаса. Слушай, Амбрелла и Редфилд больше не помешают. Я потратил на них время. Им это обошлось гораздо дороже. Я доставлю вам данные, а потом до свидания. Он думает, что я погиб. Это наш шанс. Кому он послал письмо? Мы работаем над этим. Займись Лукасом. Держи меня в курсе. Ну так вот, Лукас, мы идем за тобой. Так, пушка. Тут есть замки, но нет отмычек. Ну что, Лукас, ты здесь? Так, куда мы попали? Это что, какая-то лаборатория? Двадцать минут после введения дозы. Кальцификация клеток. О, и вы тут, ребята. Ну, спасибо. Ага, он здесь, этот Лукас. Ну, похоже, мне нужно именно туда было зайти, где тот чувачок меня уже ждал. Пойду туда. О,
Лукас. Ты сволочь, Лукас. Не видишь меня, да? Ну что? Блять! Лукас! Ага, эта дверь открыта. Я сейчас за ним сбегаю. Но сначала хочу ту комнату обыскать. Я думаю, он далеко не успеет убежать. Что у нас тут полезного еще? Не особо-то. Фотографии. А, ну это различные образцы, видимо. Так. Сколько вас, а? Черт, а у меня этих патронов-то нету. Или есть? Есть. Отлично. А тебе я так раскидаю, придурок. Журнал. Состояние здоровья в норме. Психическое состояние в норме. Секреции мутации в норме. Прочее нет. Почти никаких изменений. Она просто целыми днями играет с куклами. Превратила сегодня двух... Сегодня двоих в плесневиков. Состояние здоровья. Кашель, усталость, психическое состояние. Легкое раздражение. Секреции мутации повышены. Прочее нет. После игры в мяч с отцом она пожаловалась на усталость. Превратила одного в плесневика, толстяка. Состояние здоровья плохое, психическое состояние раздражения, секреция мутамицита, цета очень высокая, прочее, внезапное старение. Она вдруг начала стареть, похудела, волосы выпадают, все такое. Чем больше кричит, тем больше блюет. Подвал весь в спорах. Явная причина старения не обнаружена. Нужно получить дальнейшие инструкции. Состояние здоровья слабое, но стабильное, психическое состояние помешательство бред. Секреция мутации стабильная. Так, старение замедлилось, вроде бы даже стабилизировалось. Компания прислала нейротоксин Е. Приказано использовать его, если она выйдет из-под контроля. Я-то думал, что у них нет чувства юмора. В общем, это все про Эвелин. Куклы. Да, это похоже Мия. И это сама Эвелин. Вот ее кресло. Так, ну а теперь я иду за Лукасом. Он там хитро все подготовил. Так, а здесь у нас ноутбук, записи.
Я убью всех исследователей из соединений. Они полезли куда не надо, пока я не наблюдал за ними. Но я-то знал, что они задумали. Наверное, им не понравилось работать под моим руководством. За это я бросил их в клетку, к плесневикам. Эти ученые наложили в штаны и умоляли меня о пощаде. Боюсь, не удержусь от смеха, когда сообщу о том, что они погибли в результате несчастного случая. Наверное, самое время порвать соединение. Лишь один я могу по-настоящему использовать плесень Эвелины. Да, тут товарищ Лукас, конечно, мутил дела. Так, отмычка. Покупатель данных серии И. Есть. Приготовиться к передаче данных. Так, что там можно скинуть? Я даже не знаю, мне понадобится что-то или нет. Так, ситуация немного вышла из-под контроля, но я все уладил. Отправлю данные по ИИ, это не займет много времени. После этого я ухожу. Так, а это далеко ведет. А, опять же. Так, как мне его обмануть-то? Напролом бежать явно не вариант. Тогда что? Так, понятно, для чего тут это. Отмычка. В принципе, можно ее и заюзать. Так, а эта штука будет сейчас стрелять на меня. А, пустая. Ничего я взять не могу. Что там мимо пробежать? Она не стреляет тоже. Делов-то. Почему ты не сдал?
Мы перехватили твои сообщения, и мы знаем, что ты сливаешь информацию. Это не твое собачье дело, Крис. Многих людей интересует наша маленькая Иви. Очень многих. Твои друзья из соединения в курсе? Вряд ли они простят тебя за это. Это мои проблемы. Предоставь их мне. У тебя и так забот не в проворот. Не могу. Я не могу поверить. Поверь, все кончено. Нет. Нифига. Лукас, заткнись и смирись с этим. Тебе только это нужно. О, боже. О, так вот, что при этом чувствует. У нас тут проблема. Заражение достигло критического уровня. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. А я вот что скажу. Тебе пиздец. Действуй с осторожностью. С особой осторожностью. А, это что-то новенькое. Похоже, он сейчас босса превратится. Можно подумать, я тут прогуливался. Веселье начинается. О, Лукас, во что ты превратился? В настоящий мешок с говном. Решил прийти сюда и все испортить? Да! Так, Лукас. Что с тобой делать? Моя голова! Черт! Уровень вход зашкаливает! Убей эту тварь, пока кислород не кончится! Спасибо за совет! Кислородная станция готова. Кислород заканчивается. Сдохнет уже Лукас. Мы станем друзьями. Папа. Короче, к нему вообще нельзя подбираться. Опасный тип. Убивает с одного удара. Да. Сдохнет уже. Черт, он еще прыгает. Кислородная станция готова.
Кислорода мало очень осталось. Наконец-то. Фу. Отлично. Игра окончена. Наконец-то. Как ее остановить? Тебе надо как-то выключить сервер. По идее, там есть трансформаторы, их можно... Ладно, и так сойдет. Наши компьютерщики разозлятся, но... Какая досада. Доложи обстановку. Объект зачищен. Нейтрализованы даже новые виды монстров. Значит, мне пора. Стена по периметру продолжает работать. Отлично. Мы хорошо сработали. К сожалению, погибли люди. Но плесень не попадет наружу. Надеюсь, это были последние жертвы Иви. Надеешься? Крис, тут тебе звонят. Возвращайся на базу. Ладно. Уже в пути. Вот такая история. Ну что же, всем спасибо за внимание, кто смотрел это прохождение. Всем пока и до новых встреч.